Районная сельскохозяйственная ярмарка «Весенняя пора-2022» прошла в Колпашеве в эти выходные. Уличные гуляния развернулись на площади у городского дома культуры. Для горожан и гостей праздника специалистами Центра культуры и досуга была организована праздничная программа. На праздник прохожих зазывали артисты в костюмах ярмарочных колокольчиков. Открыла праздничный концерт руководитель народного хора «Тагурчанка» Лариса Емельянова. Щедрый праздник! В этом году на ярмарке была представлена продукция 5 поселений района – Колпашевского городского поселения, Чешемтовского, Новоселовского, Новогоринского, Саровского сельских поселений. С приветственным словом к участникам ярмарки обратился первый заместитель главы Колпашевского района Антон Агеев. Наконец-то мы с вами можем провести традиционную ярмарку, полноценную, масштабную. В этот прекрасный солнечный день я желаю всем покупателям хорошего приобретения, всем продавцам удачной торговли. Гуляй, ярмарка! Посмотреть на ярмарку собралось большое количество людей. Площадь у городского дома культуры была полна гостей. Торговля в рядах проходила под живое пение эстрадных и народных творческих коллективов. Музыканты Центра культуры и досуга исполнили композиции на народных инструментах. Местные производители представили на выбор горожан широкий ассортимент всевозможных саженцев. Колпашевцы могли пополнить свои огороды рукколой, базиликом, другой зеленью, а также приобрести молочную, мясную продукцию, яйца, консервацию, ручные изделия из дерева, пряжи, колбасные изделия, мед, ягоды, орехи, масло, кондитерские изделия. В продаже были также и животные, например, куры и утки. Популярным товаром у колпашевцев стал картофель. За ним образовалась самая длинная на ярмарке очередь. В рамках районной весенней ярмарки проходил конкурс на владельца лучшего подсобного хозяйства. Участников ярмарки оценивало конкурсное жюри и специалистов районной администрации Колпашевской ветеринарной клиники. По итогу работы комиссии прошла церемония награждения. Владельцами лучших подсобных хозяйств стали Лариса Кудайкина из Чешемтовского сельского поселения, представители Колпашевского городского поселения Анна Орлова и Ольга Вострикова, Ирина Тукмачева и Татьяна Кривошина из Новогоринского сельского поселения и представители Саровского поселения Татьяна Глазова и Наталья Альберти. Диплому конкурса владельцам лучших ЛПХ вручил первый замглавы района Антон Агеев. Посетителями праздника стали жители всех возрастов. Для развлечения гостей ярмарки в рамках праздничного концерта проходили конкурсы на меткость, скорость и ловкость. Дети и взрослые бросали мячики в корзины, перетягивали канат, пробовали себя в танцах с усложняющими задачу реквизитами. Добавим, следующая районная сельскохозяйственная ярмарка традиционно пройдет осенью.